Готтхольд Эфраим Лессинг. Немецкий поэт, драматург, теоретик искусства и литературный критик-просветитель. Основоположник немецкой классической литературы. Некоторые ситуации лишают человека разума, если только ему есть чего лишаться. Величайшая ошибка, которую обыкновенно делают в воспитании, не приучают юношество к самостоятельному размышлению. Если бы люди всегда думали об исходе своих предприятий, они бы ничего не предпринимали. Достоинство человека измеряется не той истиной, которой он владеет, а тем трудом, который он приложил для ее приобретения. Если глупец и подаст невзначай хороший совет, то выполнять его следует умному человеку. В некоторых случаях одна женщина намного проницательнее сотни мужчин. Самое меньшее благо в жизни – это богатство, самое большое – мудрость. Птицу можно поймать, но можно ли сделать, чтобы клетка была ей приятнее вольного воздуха? Яд, который не действует сразу, становится менее опасным. Самый медлительный человек, если он только не теряет из виду цели, идет быстрее, чем тот, кто блуждает бесцельно. Равенство – самая прочная основа любви. Не все те свободны, кто смеются над своими цепями. Высшая похвала художнику – это когда перед его произведением забываешь о похвалах. Хорошее и даже самое лучшее быстро приедается, если оно становится повседневным. Разговаривая, редко высказывают качества, которыми обладают, скорее выдают те, которых не достает. Красота души придает прелесть даже невзрачному телу, точно так же, как безобразие души кладет на самое великолепное сложение и на прекраснейшие члены тела какой-то особый отпечаток, который возбуждает в нас необъяснимое отвращение. Подобно тому, как комплимент бывает редко без лжи, так и грубость редко бывает без известной доли правды. Одна женщина никогда не признает прелесть другой. Ожидание радости тоже есть радость. Подражать значит завидовать. Природа намеревалась сделать женщину вершиной творения, но ошиблась глиной и выбрала слишком мягкую. Кто ищет друзей, достоин того, чтобы их найти. У кого нет друзей, тот никогда их и не искал. Быть на расстоянии шага от цели или совсем не приблизиться к ней в сущности – одно и то же.
радоваться в одиночку немного грустно. Непростительная гордость не хотеть быть обязанным любимому человеку своим счастьем. Переполненное сердце не может взвешивать слова. Чем красивее женщина, тем она должна быть честнее, потому что только честностью она может противодействовать тому вреду, который может произвести ее красота. Величайшая ошибка, которую обыкновенно делают в воспитании, не приучают юношество к самостоятельному размышлению. Мир житейский – это часы, гири которых деньги, а маятник – женщина. Жаль, что мы не рисуем прямо глазами. Как много пропадает на длинном пути от глаз, через руку к кисти. Не важно, как мы пишем, но очень важно, что мы пишем. Я слишком много читал, чтобы остаться в здравом уме. Истинная и всеобщая польза комедии заключается в развитии нашей способности легко и быстро подмечать смешное, под каким бы то ни было покровом страсти или моды, равно как и под морщинами торжественной серьезности. Скорее смех, нежели печаль, делает нас рассудительными. Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради Бога, размышляйте, и хотя криво, да сами. Горячая лошадь вместе со всадником может сломать себе шею как раз на той тропинке, по которой осторожный осел идет, не спотыкаясь. Солдатам надо быть во имя отчизны или из любви к делу, за которое идешь в бой. Без цели служить сегодня здесь, а завтра там, значит быть подручным мясника, не более. Ничтожна та любовь, что не страшится навлечь презрение на любимую. Судьба почас чересчур уж сильно замахивается, когда хочет легонько стукнуть нас. Казалось, она вот-вот нас раздавит, а на самом-то деле, она всего лишь комара у нас на лбу прихлопнула. Суеверия, с которыми мы выросли, не теряют своей власти над нами даже тогда, когда мы познали их. Не все те свободны, кто смеется над своими цепями. Тот, кто ищет себе друзей, достоин того, чтобы найти их. Тот, у кого нет ни одного друга, никогда не желал их иметь. Очарование – это красота в движении. Руины одного нужны вечной живой природе для жизни другого. Недостаток юношей, что они считают себя счастливыми или несчастными более, чем в действительности. Когда мы прекраснее всего без нарядов. Готхольд Эфраим Лессинг. Цитаты и афоризмы.
Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.